Уже не первый год Одинцовское управление опеки и попечительства областного министерства образования принимает самое активное участие в проведении Всероссийского дня правовой помощи детям. Но если раньше ребятам просто рассказывали об их правах, то сегодня они могут лично посетить наиболее интересные правоохранительные структуры, например, городскую прокуратуру. Прокуратура – это такая достаточно интересная, так скажем, структура. Она, с одной стороны, и защищает, с другой стороны, и обвиняет. И поэтому вот мне бы очень хотелось, чтобы дети, которые сегодня здесь присутствуют, ну, хотя бы почувствовали вот эту вот серьезность этой организации, в которую они пришли. На эти встречи приглашались ребята старшего возраста, которые в силу тех или иных жизненных обстоятельств могли сталкиваться с нарушением собственных прав или прав своих друзей. Прокурор стоит на защите ваших прав и интересов, но одновременно он и смотрит за тем, как вы все соблюдаете также в равной степени права и законы интересы других. То есть как защитник выступает, так и носитель санкций за нарушение законов. Это действительно ключевой момент. Напомнить ребятам о том, что в их жизни есть не только права, но и большое количество разнообразных обязанностей. И за любой свой поступок взрослому человеку приходится нести ответственность. Буквально 2 часа назад я была с другой группой в суде, в нашем, в Одинцовском, потому что я вот говорю, что мы решили попытаться попасть в такие серьезные организации. Помощники судей проводили беседу с детьми именно в зале, где проходит заседание уголовных, рассмотрение уголовных дел. Вот. И говорили именно об ответственности, именно о том, что каждый человек несет ответственность за свои поступки. И эта ответственность накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Также в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям на площадке Одинцовского кампуса МГИМО студенты провели с ребятами деловую игру «Имею права, имею обязанности». Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».